С пандемией дела у многих самозанятых, это, к примеру, няни или мастера по стрижкам на дому, доходы сократились. Президент предложил поддержать их возвратом налогов за 2019 год, а также выплатой налогового капитала. Налоговый капитал в размере МРОТ 13 130 рублей. То есть на депозит у каждого самозанятого при регистрации, и из этих денег идет выплата налога. Для них это очень важно. Почему? Потому что новое, во-первых, неизведанное для многих. И, естественно, любая перипетия такая в экономике, она может отпугнуть тот блок людей, которые планировали быть самозанятыми. Отмена налоговых выплат и страховых взносов за второй квартал текущего года – еще одна поддержка, обозначенная Путиным 11 мая. А чтобы сохранить занятость и доход работников малого и среднего бизнеса, предприятиям будут давать зарплатные кредиты. Кредит предоставляется по 1 апреля 2021 года, причем с отсрочкой платежей, с капитализацией. Не нужно сразу же его выплачивать. И под 2%. Остальные проценты гарантирует государство, выплата банка. И также 80% кредита дается под гарантию государства. Условия для кредита – сохранение штата на уровне 90%. На днях по новому постановлению претендовать на эту меру поддержки смогут и микропредприятия. Как подчеркнул президент, поддерживая бизнес, государство будет в первую очередь помогать тем, кто заботится о коллективах. Полный перечень всех видов помощи, а также как ими воспользоваться, на сайте stopcoronavirus.rf. Наталья Платонова, Дмитрий Смирнов, телерадиокомпания «Юганск».